Сегодня из 10, 100 и 1000 блоков вы будете строить бархатные тяги. Идите каждый в свой квадратик, и сейчас вы будете строить бархатные тяги всего лишь из 10 блоков. Вы готовы? Да, да, мы готовы. Все, можете начинать строить. Все закончили строить постройки из 10 блоков. Сейчас мы посмотрим и оценим. Первый будет гусь, потому что он у них бег. Что это такое? Это тяги, только не бархатные, а барханные. Ужас, как ты странно ходишь. Да тапки твои склеились. Что за тяги? Почему они склеились? Склеились. Все, мне не нравится. Мне не по размеру. Пишите оценки этому гусю. Ладно, 35 у тебя очков. Агуша, вот это да, такие тапки тебе прям подходят. Это белые бархатные тяги с подошвой полки. Да, гораздо лучше, чем у вся, да, ведь? Нет, это туфелька, это просто какая-то туфелька, у меня там тяги. Ладно, давайте оценим тогда. 5 это получается округляем, так округляем это 8. А, ну, раз ты так хочешь, тогда у него 36 очков. Ну вот, справедливо. Да, он тебя победил на 1 балл. И что? Видишь, бархатные туфли оказались круче бархатных этих. Ты чё летаешь на своих тапках? Дай-ка мне попробовать. Как их ходить? Вот так вот ровно встаешь и крепишь. Да, уж очень странный способ одевания. Хотя приклеивать себя клеем, чтобы одеть тапки, тоже странно. Все, я готов. Я один готовый к полету. Ой, что надо поливать? Моя тяга. Как летать? Я этому обучался у Владимира 12 лет. Я разгадал секрет за одну секунду. Ага. Полетели. Хорошо, ладно. Ой, а как спуститься? Я падаю прямо к Мэнди. Оцениваем бархатную тягу, которая умеет летать. Она тут одна, потому что вторая слетела. Да. У Артошки 41 балкар. Вау. Теперь пойдемте к Мэнди. Вариант один лимитированный и одноразовый. Знаешь, как байки, что я капнул суперклеем не в то место. Я могу прям с плиткой ходить. Ну давай. Вот это тапки. Хакерская вещь. Чтобы воровать не только данные людей, но и самих людей. Погодка после плитки немножко пострадала. Да, шоколадная. У них есть элитная вещь, я могу плавать по воде, как настоящая утка. То, что вы запомнили, это утины? Да. Я поменял свой балл. А гусь, какую твою оценку считать, 1 или 10? 1. Мэнди, ты лучше гуся не обижай, потому что знаешь что? Если гусь оставит свою первую оценку 10, тогда ты наберешь даже больше очков, чем Артошка. А если он поставит 1, тогда ты наберешь меньше очков, чем все. 36,5 баллов у утиных бархатных тяг. Так, тут точно 10 блоков, я сейчас пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Вот этот. Это что за одна тапка, в которую даже я поместился? Это... Слабо как-то. Это бибашная, огромного размера. Ай. Гусь, у тебя такая же тапка, теперь две тапки, и короче, все. Я буду первым билтоботером, который пройдет билтобот на бархатных тягах. Ой, бархатные тяги тонут. Помогите! 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 Паштет, 32 балла твои. Что это за... Да уж, у паштета огромная бархатная тяга, а здесь одна маленькая тяга. Можно я ее один? Пустите меня. Чего делал тапок? Давайте оценим это. 30 баллов. Так, ладно, готовьтесь строить бархатные тяги из 100 блоков. Короче, 3, 2, 1, 0, все, поехали строить. Оу, это что такое? Это бархатные тяги. Что-то не твой размерчик, мне кажется. Бархатные тяги, короче, должны, чтобы ты прям, чтобы они у тебя вылетали, как будто бы, ну, чтобы ты, вот подходит к тебе бог, а ты ему с ноги бархатную тягу в лицо прописал, ушел. Ты сжигаешь все, почему ходишь. Оценка Агуши, да? Да. Агуша, как в прошлый раз, 36 баллов и больше, чем у гуся. Минди спрятал свои бархатные тяги, потому что они слишком крутые. Сейчас он их откроет, и мы их увидим. Это были такие вот тапки. Это, да. Как видим, тяги очень крутые такие. Плак-плак, изолирован за плохое поведение. Ну, гусь, побудь пока в изоляции.
Так, типа ты всего этого не видишь. Бархатные тяги. Насколько бархатные, так что даже без суперклея прилипли к твоим ногам. Честное слово, растительное качество от Мираторга. Да, амбабай. 37 баллов. Это что за тяга? Я построил вот такой вот тяга-самолет. Бархатно-тяганный самолет. Дайте порулить, пожалуйста. Давай, я полезаю. Бархатная тяга летает у меня. А что? Я падаю. Давайте оценим бархат-тяготный самолет. 38. Гусь 35, Агуша 36, Минди 37, самолет 38. Гусь, хватит, а то мне придется... Ты ведь понимаешь? Так, ты мне говорил один пред, да? Ты сам скинул фотку, добрый гусь стал добрым. Стань добрым. Это тяготан, образца 44 года, экипаж 2 человека. Да. Это объект культурного наследия. Давайте его оценим. Ой-ой-ой. Так, сейчас будем объект культурного наследия проверять на прочность. К нам. А где специальная способность? Заряжающий. Ноги вот так, вот здесь вот так вот встань. И теперь попробуй покрутить. Тут стоп, стоп, стоп. Он должен начинать маневрировать очень сильно. По крайней мере, у меня так работало. Ой. Вот. 45 очков. Можете начинать строить бархатные тяги из 1000 боков, это будет реально интересно. Артошка, давай рассказывай, что у тебя... Что это за коробка с бархатными тягами? Короче, поскольку коробка была гличирована, там сформировались первозданные тяги. Вот они. Тяги, 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 бархатные тяги. Называются первозданными, поскольку появились из пепла. Пингвин, ты что, я понял? Ну, типа из пепла. Мне идет, пацаны, мне подходит, я и беру. Да, тебе идет. Ладно, давайте оценим бархатные тяги, которые на пингвине. Они были в красивой коробке, они были в красивой обертке. Да. Ух, округляем до 10, да? К сожалению, не в этот раз. Ну ладно. 37 очков порташки. Видишь, какой крутой пингвин. Что это? Это планктон. Это планктон идет в бархатных тягах с пистолетом. Короче, источник этого планктона. Давай расскажи. Он со своим пистолетом шел в обувной магазин и украл жесткие бархатные тяги. Идут такие следы, которые идут от этих бархатных тяг. Оценивайте все. Все, Агуша, у тебя 41 очко, и мы идем дальше. Смешно. Я не понимаю, почему все смеются. Что такое? Да уж. Это самые странные бананы, которые я видел за свою жизнь. Вот садимся на тот стул, вот там сверху. Ай. Я внутри банана, помогите. Давайте оценим эти бархатные тяги. Минди 37 очков. Короче, подойди сюда. Смотри, оно не только этим славится, оно и славится этим. Это гусиные бархатные тяги. Они очень... О, что так лагает? Гусь. Я же говорю, что это не из-за меня лагать, это запорожец загрузить. 42 очка у тебя, Гусь. Гусь, у тебя 42 очка, а ты всегда 42 набираешь. Наверное, очень рад. Так, это бархатные тяги, паштета, прям бархатные. Обалдеть, как красиво. Это мои бархатные тяги, я устал их строить, они... Хорошо, говорим с людьми, да? Ага. Да. Все, я фоткаю бархатные тяги, выкладываю в Дискорд и скажу, что это все я построил. Я такой крутой. Давай. Оценивайте пока их. 50 из 50. Это самая большая оценка. Эти бархатные тяги слишком бархатные. Видео на этом заканчивается. Спасибо за участие Агуши, Паштету, Гусю, Минди, Артошке, Пингвину. Правильно, картошка? Да. И всем пока.